К другим темам. В областном департаменте агентства по противодействию коррупции создана группа, члены которой контролируют закуп и распределение компьютеров для нуждающихся школьников. Такой контроль поможет исключить различные коррупционные риски. По словам заместителя руководителя управления образования Айгуль Хасеновой, 28 августа школьникам, обучающимся в дистанционном режиме, передали 15 422 единицы компьютерной техники. Единым организатором закупок нового оборудования стал Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования. Его специалисты изучили техническую спецификацию. Решением рабочей группы договоры на поставку компьютерной техники будут заключены с акционерным обществом «Завод имени Кирова». На предприятии приобретут 1980 компьютеров по цене 199 тысяч тенге за единицу. Около 7500 ноутбуков стоимостью 158 тысяч тенге закупят у товарищества Best Buy 01. 2566 планшетов поставит ТО «КАЗ Интерсервис». Цена за один компьютер была определена стоимостью 199 998 тенге, ноутбук 161 588 тенге и планшет 82 124 тенге. По поставщикам, как я и говорила, были определены, да. Здесь учитывалось и соответствие техническим характеристикам, учитывали сроки поставки этих поставщиков, насколько они нам быстро смогут доставить, а также и доли местного содержания. И 27-28 августа были заключены договора, и учитывая здесь вот такой момент, учитывая, что цены, которые предлагали СМОН, и цены, которые нам предложили поставщики, которых выбрала рабочая группа, оказались ниже рекомендуемых Министерством образования, и на сегодняшний день мы уже имеем экономию бюджета 124 миллиона тенге.